Привет, интернет, с вами Илья, и это обзоры девайсов на канале Игры День. И сегодня хочу кратко рассказать о своей новой гарнитурке HyperX Cloud Revolver S. Ставь лайк, если нравится такая рубрика, и посмотрим, сколько нас. А так, не теряем время и поехали. Новинка фактически является развитием прошлогодней модели Revolver, которую я очень хотел заценить, но, к сожалению, у меня это сделать не получилось. Теперь давайте посмотрим наконец-то на эту обнову. В комплекте нам досталось все самое необходимое. Это гарнитурка, USB-пульт к ней, съемный микрофон, а также удлинитель на 2 метра. Визуально гарнитура почти полностью повторяет модель предшественника, и если это не так, то можете меня поправить в комментариях. Здесь внешняя часть головы выполнена из стали, что обеспечивает отличную жесткость конструкции. Кстати, сталь идет вплотную до чашек, это и выглядит круто, и ощущается тоже очень здорово. На внутренней части головы используется уже такая мягкая пена, такая же, как и на амбушюрах. Все это дело, конечно же, обеспечивает отличную посадку на голове, и просто таким вот девайсом пользоваться становится гораздо удобнее. По дизайну скажу, что гарнитура выглядит очень строго, тут идет сочетание черного и белого цвета, и само собой на чашках, как и полагается, изображен логотип компании. В общем, выглядит прекрасно, ничего не сказать. Микрофон, кстати, подключается к левой чаше, и уже с ним гарнитура становится таким полноценным девайсом для гейминга. Кстати, гарнитура подойдет не только для ПК, но и для консолей, и даже для мобильных девайсов, и об этом нам говорится еще на коробочке. Кстати, как вы поняли, для управления всем этим делом нам достался пульт, где мы можем включить режим Dolby Digital, а также включить или отключить микрофон и убавить или прибавить громкость. По звуку скажу, что здесь само собой все просто прекрасно. В той же CSGO я отлично слышал шаги, и особенно мне понравилось играть именно с объемным звучанием. На самом деле это нужно вам самим попробовать, послушать, и тогда вы поймете, о чем я говорю. После такого вау-эффекта обычной гарнитуркой пользоваться вы точно не будете, поверьте мне на слово. В целом, такой девайс отлично подойдет для профессионалов, да и для тех, кто любит послушать музыку, потому что с этим здесь тоже все отлично. Также стоит отметить еще один очень большой плюс для меня, это то, что звуки из комнаты вас никак тревожить не будут. Наушники отлично прилегает к ушам, поэтому и изоляция просто замечательная. То есть и те, кто с вами в комнате, тоже не слышат звуки из игры, и вы их тоже не слышите, и это реально очень здорово. Вообще, по общим впечатлениям, я остался доволен данным девайсом и рекомендую вам тоже его посмотреть. Ссылочку, само собой, я оставлю в описании, поэтому переходите и все более подробно изучайте. Ну а я буду на этом, пожалуй, заканчивать. Ставьте большие пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и так тогда будет все очень круто. Ну а у микрофона был, как всегда, Илья. До скорых встреч и пока.